Дмитро Іваненко, бренд-менеджер у маркетингу і дизайні 5 років. Любить створювати бренди, тому що це можливість впливати на стандарти продуктів та сервісу. Його місія – це підвищення якості взаємодії між бізнесом та споживачем. Доброго ранку. Доброго. Вітаю в нашій ранковій студії. Отже, сьогодні у нас така актуальна тема на сьогоднішній час, на сьогоднішню п'ятницю, тому що чорна п'ятниця – це завжди бум. Багато продавців, навіть у мене в телефоні, це вже з понеділка починається, у нас мега-знижки, не чекайте п'ятниці, починайте вже у понеділок. Але все одно, сьогодні буде найбільший бум, і що робити, щоб дійсно зекономити? Але спершу давайте згадаємо, звідки взагалі пішла ця мода на чорні п'ятниці. Ну, на самом деле, «Черная пятница», она появилась в 1966 году в США, соответственно. Это каждая пятница после Дня Благодарения. То есть День Благодарения выпадает всегда на 4 четверг ноября. И «Черная пятница» — это всегда как день, когда стартуют вообще, в принципе, распродажи, скидки к Рождеству, к новогоднему празднику, к Новому году и так далее. И, соответственно, «Черной пятницей» назвали этот день, потому что именно всегда вот в эту пятницу, после Дня Благодарения, всегда были огромные ажиотажи в магазинах, и это, грубо говоря, создавало определенный коллапс как на дорогах, так и в магазинах. Поэтому ее и прозвали такой вот как «Черной пятницей». Собственно, так. З історією розібралися, так? І пішла ця мода по всій країні, по всьому світу, і навіть добралась до України. Отже, що таке «Чорна п'ятниця» по-українськи? Далі. На мой опыт, я скажу, що «Чорна п'ятниця» в Україні – це такий очень видоизмененный праздник, потому что, например, в Соединенных Штатах, в Европе, это праздник по-настоящему про распродажи, когда магазины продают все по действительно большим скидкам, то есть и ни на чем практически не экономят, и что главное, не обманывают, потому что в Украине, к сожалению, практикуется обман потребителей, то есть это можно заметить очень часто даже в достаточно таких брендовых магазинах, что не может не расстраивать. И у нас очень выборочно идет «Черная пятница», когда это самый успешный день для маркетологов именно сбыть продукцию, которая там залежалась на складе или которая уже давно морально устарела, потому что на новые продукты вряд ли будут давать скидки и так далее. В отличие там, от Соединенных Штатов. Это немного такая печально для Украины. Якщо у Сполучених Штатах вони на все знижки, так і на новий, і на старий продукт, наприклад, у нас лише на те, що залежалось. Да, то есть на новом не хотят экономить. То есть все-таки менталитет у нас еще не дорос до зарубежного. Я вам скажу, что на сегодняшний день Украина в области маркетинга, наверное, где-то где вот Соединенные Штаты были в 50-х годах. Есть исключения, да, есть мировые, ну, есть такие именно крупные украинские бренды, которые там топовые, они, конечно, сейчас работают по стандартам мировым. Однако, наверное, блин, мне кажется, 80% бизнеса все-таки еще где-то вот в 50-х. Они еще продают товар, даже не задумываясь о удовлетворении потребителей. Але все одно, навіть ті знижки, які дають, не все так чесно, не все так просто з ними завжди. Ну, да, да, есть ситуации в Украине, они очень часто практикуются, когда маркетологи, продавцы прибегают к определенным хитростям, да, то есть когда они начинают подменять ценники, то есть, но там, допустим, самое, как по мне, я не знаю, как это правильно сказать, так, чтобы не обидеть этих людей. То есть самое вот недобросовестное, это когда заведомо завышается цена, потом спускается до нормальной и подается как скидка. То есть, ну если это еще, ладно, можно простить, но когда в «Черную пятницу» продают товары по завышенной цене, то есть условно товар стоит 1000 гривен, на него делают наценку 3000 и в «Черную пятницу» продают по 2, ну это прям, ну просто вверх какой-то наглости. Це ж треба до такого додуматись. От, як маркетинг інколи працює, так буває, намагається робити. А от ви, ну, поки ми готувалися, розказували, що можна якось перевіряти ось ці ціни, так? Да, на самом деле, щоб не потрапити на цей гачок. Да, на самом деле, «Чорна п'ятниця» — це такий праздник
ну, не праздник, это день, когда маркетологи и продавцы могут смело играть на эмоциях, то есть на импульсивных эмоциональных покупках потребителей. То есть люди забегают и за счет психологического фактора, когда человек боится упустить выгоду, то есть они могут сметать с полок все подряд, абсолютно не раздумывая. То есть, и поэтому многие, и я в том числе, рекомендую к Черной пятнице относиться все-таки достаточно хладнокровно и целесообразно, например, заведомо готовиться к этому дню. То есть понимать, что ты хочешь в этот день себе купить, составить определенный список, то есть чтобы ты, когда приходил в магазин, ты четко знал, что тебе надо купить. И желательно заранее, когда ты приблизительно знаешь свой продукт, чтобы ты начал отслеживать это, ну, цену в интернет-магазинах. Надо относиться очень хладнокровно к этому дню и все-таки, ну, заранее готовиться и заранее понимать, какие товары ты хочешь купить, и отслеживать их цену. Если у тебя нет возможности, грубо говоря, постоянно посещать магазин и смотреть, как меняется ценник, то существуют специальные расширения для браузеров, которые позволяют отслеживать динамику изменения цен в самых популярных интернет-магазинах. И в итоге в Черную пятницу ты можешь проследить, как менялась цена. То есть, потому что часто вот интернет-магазины очень любят пользоваться этим моментом, они почему-то думают, что потребители не понимают, и они могут заведомо очень сильно завысить цену в день Черной пятницы, и часто интернет-магазины пользуются этим днем для того, чтобы реализовать неликвидный товар, то есть товар, который уже залежался на складе, который потерял моральную цену, ну, морально уже устарел. То есть этим пользуются как и интернет-магазины, так и офлайн-магазины, но интернет-магазинам проще, потому что человек не может его пощупать и посмотреть. То есть он просто на эмоциях покупает, ему приходит бракованный товар, а дальше уже как повезет. Кто-то может принять его обратно, да, какой-то магазин, а кто-то нет. А я скажу, что практика показывает, что и в Украине тоже есть достаточно проверенные бренды. Это мировые бренды. То есть если мы говорим про Черную пятницу, то я рекомендую все-таки покупать товары в проверенных магазинах с проверенными брендами, потому что так как они, эти бренды все-таки работают на весь мир, для них репутация и лояльность потребителей очень важна. И они скорее дадут по-настоящему ценную скидку, нежели украинские магазинчики. Тобто, от якщо світові, то їм можна довіряти. І дійсно, за інтернет-магазини також багато. Я читала на форумах, що проблема в тому, що важко перевірити товар, а бачиш, що знижка 70%, ну як не спокуситися, не купити, а потім приходить той товар і розуміє, що просто гроші, навіть якщо і мало, ну начебто здається, що мало, все одно на вітер. Тому давайте не будемо сильно так гнатися за цим, перевіряти. До речі, сьогодні ж навіть оголосили у США день без покупок. Є, начебто і Чорна п'ятниця, але ще й неофіційно його називають день без покупок, типу, що от в цю п'ятницю краще утриматись від якихось шопінгів. От хотіла б вас запитати, чи будете ви шопитися у Чорну п'ятницю? Врать не буду, да. А, кстати, относительно Америки, там, да, там очень просто, очень жестко этот праздник проходит, бьются витрины, люди там друг друга абсолютно не щадят, поэтому... Тому там проходить це набагато жорсткіше, ніж в Україні. Давайте, напевно, зробимо висновок по тому, як все ж готуватися і купувати у Чорну п'ятницю, щоб дійсно зекономити і не витратити гроші просто так. Да, опять же, несколько простих советов. Просто за місяць хоча б починайте вибирати товари, які ви плануєте в покупці, тобто не тільки товари, в принципі, товарні категорії, да? І починайте постепенно виписувати або відслежувати ціни. То есть и их динамику, как они меняются на протяжении месяца и как они изменились в день Черной пятницы. Тогда вы сможете точно понять, на какой товар по-настоящему идет скидка, а на какой товар вас просто хотят надуть на денежку. Тобто готуйтеся до Чорної п'ятниці, не просто купуйте, а перевіряйте усе. Я дякую вам. Дмитро Іваненко, бренд-менеджер, був сьогодні у нас гостя, розказав про усі підступи Чорної п'ятниці по-українськи.